находимся в районе Хорошево-Мневники. Это 75-й квартал района, где снос и новое строительство осуществляет инвестор. То есть это один из 5 инвестиционных контрактов, по которым городом принято решение о продлении, где инвестор строит и на свою же площадь переселяет жителей вот из ветхого 5-этажного жилого фонда. Жители переехали в этом же квартале, да, инвестор построил дом. Это корпус 7, строительный адрес, и жители переехали. На сегодня, в принципе, как вот заявил руководитель департамента градостроительной политики Левкин Сергей Иванович, программа выполнена на 88%. У нас остаточный снос 210 домов площадью более 700 тысяч метров квадратных. Но основные объемы сноса мы планируем завершить в 2015 году, в текущем году, и завершить программу сноса в конце 2016 года. Жители охотно и с радостью переезжают в новое благоустроенное жилье, потому что прекрасно мы понимаем, что при переселении они получают не только дополнительные метры, но и получают жилье, отвечающее всем требованиям безопасности и комфорта. В этом году завершить программу сноса, то есть вот два дома он уже снес, и осталось ему снести вместе вот с этим домом 12 домов. В этом году до конца года он планирует их все снести. На территории 75-го квартала, известного как бренд Велтон Парк. Он начал реализовываться в 2000 году. Сегодня 2015 год. Это год для нас знаменательный, потому что завершается фактически реконструкция в части сноса 5-этажного фонда. Уже на сегодняшний момент времени осталось 12 5-этажек, и сейчас мы еще одну 5-этажку толкнем, и останется 11 5-этажек. И этот год должен завершить снос этих домов, а новое строительство еще продолжится в течение 2-3 лет. Нашим жителям очень везет, потому что мы в рамках реконструкции квартала не делаем какой-то дифференциации, какой-то разницы между муниципальным жильем и коммерческим. Безусловно, это разный статус, но, как опыт показал, многолетний. Уживается и социальное жилье, и коммерческое жилье. И я хочу сказать, что социальное жилье очень трепетно люди, которые получают квартиры. Они очень трепетно относятся и к своим подъездам, и к своим квартирам, и к территории, и к ландшафту, и к благоустройству, и к малым формам. Поэтому, конечно же, люди переселяются в этом же квартале, остаются либо в квартале, который находится рядом, тоже реконструируется 82-й квартал, известный как Юнион Парк. Так что люди находятся в местах проживания района. Со мной вы видите красивые дома. Вот там, где как раз плакат «Дом сдан», это как раз дом, в который переехали наши жители из уже сносимых 5-этажек в этом году. Конечно, они рады. Дом высокого качества. Это монолитные дома, все по индивидуальному проекту, с красивыми интерьерами входных групп, с качественной отделкой. То есть это благоустроенное жилье, и фактически уровень этого жилья нисколько не отличается от коммерческого жилья. Социальная инфраструктура, услуги, которые находятся на территории квартала, это все обязательная программа, потому что если будет только жилье, то это будет не востребовано не только для, так скажем, жителей, да, это будет не востребовано не для города, и город бы и не позволил бы. Конечно, существует норма проектирования, с одной стороны. С другой стороны, есть наше желание придерживаться все-таки качества проекта, и этот квартал как раз это и демонстрирует. Поэтому здесь на территории два детских сада, будет еще строиться одна школа,